Юля. Так, Ага, я давай. запустила Twitch. Ведите себя прилично, как обычно. Прилично, как обычно, а? Эрик бы позавидовал. Рифмою. Короче, Юль, да надо будет потом с донатов 1600 скинуть Левалкину и на годик ему сайтик оплатить. Потому что сейчас решали вопрос, 200 рублей ему скинули, чтобы сервера оплачивать. Круто. Я же говорю, ты все подготовил, думаю, пикибан. Интересно, как. Пикибаны тоже сделала. Я все сделала. Ну, Орленок фигас. первый банит карту. Пригласите Крисмаса в пати. Так, Крисмас, Крисмас. А как это увидеть, где он банит на стриме? Ну или на сайте самом. Дай тебе ссылку для спектатора Я фокуса. на стриме зайду у тебя уже. Да вот тебе дам. Мне не жалко. Мне можно говорить на стриме? Да, конечно. Ну, смотря что. Запрещенку нельзя. Ну, естественно. Что-нибудь поддакнуть. Ты хочешь с нами прокомментить фокус? Ну, может, я вставлю какое-нибудь слово Ну твое. давай, вставляй слова. Давайте пати кинут, да. Это топ-дивизион сейчас будет играть. Все, я начинаю. Или Да, фокус нельзя пати начинай. кинуть почему-то. А он уже в пати, потому что, наверное. А. Да? Да. 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 Так, что здесь получается? Молтона не будет. Ну, мне пока не показала. А ты обнови страницу. На твоем стриме. Я на стриме А. смотрю. Да ты бы лучше тогда ссылку открыл, там же в прямом эфире будет. Крисмас, ты Нет, тут? мне тоже обновить надо, да? Ну, Я походу, да. обновил. У тебя не видно, да, что Орленок забанил? Пробуй обнови. Обновил. Не будем играть. Валюху. На Болтоне было бы интересно. Но... Ну... Но не судьба Но его сегодня. не будет. Вы его забанили тоже. Очень быстрая, интересная карта. Exile. Ну, это аналог Вейла. Прикольно Ого. будет. Вторая ДМ шестая. А Вокина инсомни тоже не будет. И третья руины. Ну, инсомнивно я бы тоже забанил. А я б нет. С Эксал удовольствием бы сыграла ее. Руины, да? А с кем? С Крисмасом или с Орленком? И с тем, и с тем. О, вот судьба этого персонажа интересовала. Сразу вход идет. Опачки. О, орленок. Клач. О, вау, вау, вау. Это для нас, что ли? Клач против Зорлга. Юмор дивизион. Йоу-йоу-йоу. Не, на этой карте Сурлок, я не знаю. Ну, Крисмас любит на Экселе брать Сорлога. Не первый раз уже так делает.
Не, Сорлок понятно, а вот Квач на этой карте сложновато. Слишком маленькие узкие коридорчики. Вот и глянем, как он будет там. Так, посмотрим. Что-то Орленок знает. Не, ничего, честно. Просто нравятся герои, пикаешь, да? Так, а кто-то из вас гайды Коли смотрел From Heaven? Естественно, все. Там и забанил флэш. Не, ну мне бы не дали флэш взять, поэтому. А до этого был Зорал, кстати, с Анарки. До слэши. Ой-ой-ой, я не сделала эти. Ну тут топ это визор, естественно. Вот это и не надо, блин, слишком. Морщик вот сегодня. За углами прятаться слишком сильно. Сегодня как потому раз. Хитбокс такой себе. Зато весело. Да. А что написано у меня, что сбор завершен? Ты просто увеличь лимит. Кто-то там задонатил на лимит. Нет, это по... Сейчас. Это по календарю. Это непонятно. Там календари разные бывают, их много. Особенно у девочек. Так, скажешь, что ты делаешь, я? Ты. Так, переключаемся на квек. Вам, ребятки, сервер какой? Централ. Для начала централ. Подожди пойдет. Секундочку. Так, и мы чего там начинали? Начинаем за Орленка смотри, да? Подождите. Не как можно сделать. Не, на первый Сорлок. Сорлок, да. Ты уже на ДМ6 прыгнул. Не, я... Блин. Обновите. Подождите. Вот, есть. Так, ребятки, ну что, я вас мутаю? Да. Я еще не переключилась на квейк. Все, сейчас переключаюсь. Удачи! Давайте, покажите классный квейк. Благодарю. Красивые игры. Всем удачи. Так, ну что, на Камс 3? Кто? Давайте за кем смотреть? За Крисмусом начнем. Его, во-первых, давно не было. Во-вторых, если Орленок будет следующий играть сегодня, за ним точно начнем смотреть первым. А с кем он хочет завершить сегодня? Да, ему остался сейчас Крисмас и перловка. Если потянется после этой игры, тогда уже можно будет все. А перловки писали? Да, да, он уже готов там. После вот этой, по идее. Он хотел прямо сейчас игры, но сейчас не вариант. Ну, я считаю, здесь в Сурога преимущество есть по игроку. Бонжорно, Бурик. Все, включаем Крисмаса и включаем Фоллоу Кида. Все, включили, все сделали. Так, респаун за Хевика, сразу забирает. И идет не за Рокетом, а за Рельсой. Забирает Рельсой. Идет не за Рокетом, также за пулеметиком. Не допрыгивает. Попадает в рельсу. Клач в ответ тоже продамажил. Слушает пока снизу. Забирает шафтик. Обязательно против клача надо шафтик. Да как и против ящера тоже. Но похоже, что у Орленка больше пушек будет. У Орленка там все, кроме рельсы есть, а у Крисмаса все, кроме приболта и этого и гвоздей.
Что-то Амиги-то запрыгнул. нет. Это Сейчас да. оба Дилей у контролят. Миги. Контролят итемы. И первый будет хэвик. Ни то пока нет. Похоже, что таймингов пока не знают. Но Крисмус доохранял хэвик, забрал его. Забирает часики. Дает ракету на упреждение. Орленок тоже сильно не открывается. Не ловит эту ракету. Разменивается рельсами. Но орленок забирает мигу. Пополняет шафт Крисмус. Рельса скоро заканчиваться будет. Всего 5 выстрелов осталось. Так, что-то там топчется на одном месте орленок. Крисмус его слушает пока. Опять ждет хэвик. Просто получает ракету, и все, и орленок отступает. Хорошие ракеты, 2 получает, но в ответ рельса. И в принципе орленка все равно преимущество в плане стека, потому что хорошо раздамажил. Так, Крисмус думает, куда пойти. Идет через этот выход. Так, нападение от плача, и все, и щит. Щит и уничтожение. Забирает аптечку, чтобы от яда вылететь, забирает пластик. И комбо. Ракета. У тебя битва за хэвик. Крисмус же должен знать тайминг хэвика. Все, он вот дал. Сейчас плач, может, и за мигу. Выходит из телепорта Крисмус. В итоге просто зашафтил. 23 хп осталось, но мига сейчас исправит положение. Шафт заканчивается. Отъедается броником. Идет за рельсой. Еще один лайфик забирает. Гвозди. Хочет пойти забрать часики. Все, есть обилка и шафт. Шафт не пополнен, до сих пор попадает рельсой. Все, отходит от шафта. Вот сейчас может это сыграть смелую шутку. Наступил в яд орленок, но быстро отхилился аптечкой. Крисмус сейчас думает, блин, я же был возле шафта, не забрал. Ну, не забрал. Идет теперь за мигой. Фокус, ну как тебе клатч? Ну, пока мы за него не смотрим. Или смотрим. Нет, ну, за... Ты фоллоу-киллер поставь. Мы сейчас за Крисмусом смотрим. Включает щит. Крисмус потихоньку доджит этот щит, но все равно получает урон. 83, ничего не делает. Ааа, не допрыгнул! Вот, как вот обидно. Да, он подскользнулся, споткнулся. Сейчас мы за орленком смотрим фокус. Да. Ты просто можешь мигать, да и все. Нападает орленок, дышится вперед. Хорошо раздамажил и мигу сразу. То есть получил нужный урон, такой, что там мига почти вровень стала 75, ну там 166, неважно. Настолько калькулировать это не получится. Битва за лайтик. Дает ракету неплохую, и все, отходит, ретируется. Оно ему не надо сейчас драться, ему сейчас за хэвик можно пойти, и все. Отлично, что я у плаща. Крисмус дамажит, на джамп нельзя подниматься, так и делает правильно плащ. Снизу включает щит. Раздавал всю эту ракету. Но, кстати, стек у Крисмуса вообще печально. И вот они, 2 ракеты. Жестко. Дождался мигу. Бурик. Лайтик появился только-только. Бурик пишет. Я думаю, фокуса и так было г. Юля его закошмарила. Я вообще... Я не говорила про г. А про g? И про g не говорила. Делает руки джамп, хочет напасть. Плач отстреливает. Какие хорошие ракеты были. Тем не менее, он отстрелялся неплохо. То есть, там еще 5 мига. Ракет лежит. Сейчас будет 161. Вау! Чуть-чуть урона получает шафта. Три полки залетает, вот этот немножко залетает, но шафту Крисмуса получше наносит урон. Орленку нужно ретироваться. Надо было добивать. Все, Крисмус отбил хэвик. Сейчас не лезет, забирает хэвик, все. Шафт. Вот этот лайтик еще съесть. Не идет за лайтиком, кстати, пришел по вот этому пути. Он ищет его. Он уже идет в агрессию. Сюда пошел. Умрет. Битва на шахтах. Пипец. Привет, Тос. Почти успела. Начало первой карты. Ну как? Середина первой карты. Так, хэвик. Достанется. Клатч по верхней позиции. Крисмус забирает хэвик. Теперь роботу нужен лазер. О, не залетает ракета. Сейчас все плохо, кстати, может быть, у клатча. Все, надо ретироваться отсюда. Прямо сейчас все. Отходит. Не попадает в важную рельсу. Нужно было ее попасть. Сейчас Крисмус законтролит мигу. У него со стеком вообще будет все хорошо.
Есть лайтик для плача. Ой, я посмотрел объектив, как эта ракета к нему. Ой, чуть не упал. Ой-ой-ой. А чего? Вау! Два раза чуть не упал. В смысле, он воздух дальше сделал после дальше, что ли? Надо будет Excel создать. То же самое попробовать. Разменный фраг, и сейчас смотрим за Крисмосом. Мига лежит. Не попадает Эльсу, но сейчас плащ нападает с ракетами, сейчас готова просто Крисмосу. Есть это Эльса, но она мало что решает. Молодец, Аленок, во все стороны, туда-сюда. И Хэрик. Ну все, сейчас вот брать Хэрик. Ой! Ты ж ты слышал прыжки? Почему отвернулся от оппонента? Вот сейчас можно нападать, принимать, тебе увеличить еще преимущество, чтобы было 10-4. Главное не торопиться. Хорошая, там, аптечка прям под рукой была. Все. Сейчас надо угадать направление. Угадал, дал хорошую ракету на сотку, что ли, там вбахал? Мега первый появился. Да. Сейчас дерутся ни за что. Хотят Хэвик оба, но надо в мигу пойти забрать. Мега появилась. И Крисмос сейчас идет за мигой. Нет, не идет за мигой, все, мига лежит. Он подождал Хэвик, который вот тут уже появился, и пошел за мигой, который долго лежит, в итоге мигу забрал. Он включает щит и шафтится. Отходит. Привет, Синема. Да, да, всем привет, ребят. Хорошая ракета дает. Довольно выверенно. 10-4, все, преимущество увеличил. Вот откуда они знают, что я кушаю? Я же замьютилась даже. Том, что ты всегда хаваешь. Когда не говоришь. Если ты не говоришь, значит кушаешься просто. Спасибо, Синема. Скучаю по Кате. Ой, а чё мимо миги? Хорошо, дал лицо. Крисмос в ответ. От Хэвика отходит, отдает его Крисмосу. Плаща нет брони. Крисмос хочет выбрать правильное направление. Сейчас надо отходить, все, стек печальный вообще. Дает ракету на плюс бэки. Сейчас Крисмос хочет словить телепорт и быстро ориентироваться, все. Все, ушел. Вот я здесь, вот меня нет. Все, Крисмос уже здесь хочет подловить, там хочет подловить. Нестандартными путями двигается Орлен. И главное, что он всегда в движении, он не останавливается практически. Он прям летает по карте. Наверное, из-за этого Крисмосу тяжело. Да, он его не догоняет просто. Он не может это сделать физически. Ну, Максу надо было разыграться там. Боя 2-3. Блин, геймплей вообще огонек уровнем. Он уже сходу пошел. Все, сейчас Карленок потихоньку уже подсушивает игру, уже лезть никуда не надо. Он еще хочет не попадает рельсу, забирает Хэвик, да все, нужно уходить наверх, все, занимать верхнюю позицию. Слышит джамп на рельсе. Есть рельса, все, дал рельсу, отошел. Крисмос забирает мигу, но у него по броне по печальку. Отличная ракета. А чей это был рез? Ой, рез, пик. Это Орленка. А кто третий? Это... Знакомый голос, но понять не могу. Ой, Бурик, зачем ты рассказал, блин? Вся интрига пропала. Сейчас бы мы Синема помурыжили бы. Ну, мы бы лишь бы помурыжить. Патроны для Рокета не взял, ошибка. Я же трясу, не подходи. Но забрал зато Рокет, все. А как Синема услышал третий голос? Он молчит, наш третий голос. Да, третий голос иногда говорит одно слово в минуту. Сейчас мы дадим подытожить. Ой, ну зачем Крисмос выходит прям открыто? Горит. 12-4 за Лёхом. Очень сделаешь? Да, да, да. То есть плюс-минус безошибочная игра от Орлёнка. О, хороший Олег. После такого можно остальные две сливать с чистой совестью. Слушайте, ну просто... Против Крисмоса я что-то думала, что Крисмос посильнее будет по скиллу. А он сейчас так дал. Хорошенько дал. Ну я ж говорю, ему надо было разыграться перед игрой, а он сразу сходу пошел. Он не играл, что ли? Да играл. Не. Ну я не видел. Он шекеры сегодня заработал, как минимум.
Ладно, сейчас его пик посмотрим. Что там, Авокин? Ну, Орленка хорошая. Нет, Авокин был в бане. Это получилось. И это зарешало очень сильно. Бурик, что слышишь? Орленок в целом по игре, то есть правильно выбирал моменты, когда нападать и когда отойти. Не, он хорошо попадал с рельсы. И это отталкивал от прямого столкновения Манса атаку. Так, даем шестая. Афина, Вайзер. Кстати, здесь все карты, чтобы Криспусу откомбэкать вторую. Синема, красавчик. Я сделала шур-шур-шур и спросила Бурик, что слышишь? Синема пишет, слышим звуки посылки из Германии в Москву. Это простые чипсы. С тушенкой. Так, Орленок ready? РР. Выглядит как ГГ. Сейчас доведем дивизион до того, что 5 человек. Вот сейчас надо Мансу сделать в обратную. То же самое делать. Как на предыдущей ресить. Для этого он взял от его перс. Сейчас посмотрим, как они будут двигаться в сторону Рилгана. Патронов-то нет. Там ему что осталось? Мансу. Попасть в релью и все, и пулеметом добивать. И все дела. Ну, то есть Афина на контроле не будет. Так, здесь начинаем за Крисмасом смотреть. Round begins in 3, 2, 1. Fight. Сразу прыгает за Хевиком, поднимает гвозди и идет за Рулганом. Отстреливается плазмой, все, Рулган. Не попадает Рилганом. Орленок на веревке идет за Рокетом и за Рилганом. Все, у обоих теперь есть рельса. Орленок неплохо разомажил в пятой позиции. Крисмас не попадает в важную рельсу. Орленок отстреливается. И в итоге сейчас Я не угадал. Ситуация. Достал шахт просто из жопы. Обманка. Упал. Иногда это работает нормально. Крисмас прям ошибается. Конечно, у него хороший вайзер. Есть Рилган. Ну, мне кажется, Крисмас как раз за ним шел. И Орленок сейчас не услышал этот джамп, потому что в это время Крисмас стрелял стрейтболт и дал эту ракету вниз. Не попадает рельсой. Часики подбирает Петри. А, вот здесь поставил сейчас будет. Нет? Ой. Фейковая веревка. Ну да, то же самое. Ах, как хочет добить, как хочет фраг, Орленок. Да там не фраг, фраг не получится. Ну просто бы подштрафить, чтобы не так уверенно себя чувствовал. Хорошую ракету дал на 80. Он, кстати, частенько дает ракеты на 80. Да, 78. 80. Динайт лайтик, молодец. Вайзер юзает просветку. Орленок понял, что где-то внизу. Сейчас будет битва за Хэви. Дает ракеты. Будет не, можно... веревкой прыгать на Хевик или просто. Можно было попадаться, в принципе. Отогнал от Хевика. Все. Теперь у Крисмаса только ближе к нему мега. Но Орленок уже спешит туда на всех парах, чтобы законтролить эту мегу. Крисмас сделал такой пропускной пункт из ракет, но Орленок его преодолел, потому что у него были в порядке все документы. Забирает еще раз этот лайтик. С веревкой забирает часики. Интересно. Сейчас у него будет опять две веревки. Не стал донайт лайтик, он здесь подамажится. Вот он взял на упреждение, стрельнул. Вот это вот зря. Тот понял, что уже он видит в инвиз его. Так бы он вылез и тогда бы и рельс стрельнул. Фокус. Поясни, какой инвиз речь? У нас же Афина играет. Я про Манса говорю.
Бан сделал. Миша, да, за стенками видит. Он когда я брал этот красненький. Орлёнок шел на рельсу. И тот на упреждение стрельнул. Не подождал, пока он вылезет. И тот, естественно, ушел. Все. В итоге ничего. Хотел бы я когда-то в нее попасть. Привет, Настя. Привет, Коконат. Да попадешь еще, Коконат. Прикольный турнир, может понравиться. Самоубийство совершает орленок, это очень шаткое его положение ставит. Сейчас нет брони со старта, сейчас выходит в открытую, сейчас ошибка, кстати. И Крисмус это понимает, что сейчас, ну, просто там максимум лайтик в кармане, ну все. Выбирает нижний лайтик. Сейчас Крисмус очень резко инициативу забрал. Орленок ошибся тем, что вышел, хотел постреляться, в итоге это не дал никакого профита. Очень много урона получает, но отстреливает с ракетами неплохо, в принципе, прям... Как живчик отстрелялся, хорошо. Хэвик скоро будет. А уже меня не слышно будет. Было, да? Да ты скушала. Настя, привет. Когда ты возьмешь жабу и придешь к нам? Катюша, привет. Ой, девочки, можно, подтягивается. Можно героя поинтереснее взять. Я говорю, интереснее жабы никого нет, Настя. Инфа сотка. Вон год уже играю. Врет, как дышит. Мур, красава. Самое интересное, что я не вру. Если да, то привет. Привет его самолетом с прошлого стрима со скаджетом. Лучше, что я когда-либо слышал. Ой, встреча на рокета. Ну и все, 1-1. Да, фокус комментирует. Если фокус комментирует, то привет его самолетам с прошлого со стрима со скаржиком. А что за самолеты со стрима со скаржиком? Может, вертолеты? Или. Если вертолеты, то понятно. Я фанат фокуса с недавних пор. Фокус, слышишь? У тебя фанатка есть. Фокус. Это фокус. Значит, надо начинать играть. Отлично. Фанатка. Фанат, не фанат, а фанатка. О, ну, хорошая ракета. Пошел конвейер. Это будет три карты, мне кажется. То есть все из-за того, что тогда орленок вот суициднулся, потом вышел в открытую, потерял все преимущество. Долго его восстанавливал, но все равно недостаточно восстановил. Крисмус его перестрелял, а сейчас идет конвейер. Ну все, сейчас уверенно отходит за хэвиком. Ай-яй! А вот сейчас, кстати, ошибка. Да Крисмус, ладно! Он все равно добил. Идет за хэвиком. Нет. Да, идет за хэвиком все-таки. Пипец. Одна рельса и все. Ой, мама! Мега лежит! За мигой! Просто за мигой! Не попадает рельсо. Орлёнок хорошо отстреливается, но недостаточно пока еще. А вот сейчас попадает. Надо было догнать. Крисмус микрофониками хочет стрелять, и надо более точно, выверенно ждать. Крисмусу надо было догнать. Он запереживал. Ты видишь, что у него АИМ спустился чуть-чуть. Да, сторону видно, что нервничает. О, нервничает. Он занервничал в этом моменте. Так, вот теперь сейчас огромный шанс для этого, для Орлёнка камбэкнуть. Сейчас нужно сделать один фраг. Мега пока что ближе к Крисмус. Но сейчас битва на рокетах. Хорош. Так дробовик не засчитал, видели? Ой, какой респаун обидный, думает, ё-моё, вот это вот, блин, сейчас бы ему мигует ему съесть. А вообще орленок тоже запереживал сейчас. Там было 50. О, Крисмус на просветке убил просто с пулеметика, да. Правильно сделал. Так и надо. Молодец, Крисмус. Надо было набирать фраги раньше и активнее прессинговать. Я про Афину, когда контроль держала, а потом осторожно издалека дамажила просто. Синема говорит. Ой, хороший бой под Крыленко. Но не сработал. А Синема, по-моему, играет за Афину, да? Конечно, конечно. На этой карте. Да. По-моему, я его видела на этой карте. Но все равно, Синема, твою игру на Deep Embrace
С этим, опять забыла, как называется. Ну, сейчас у нас на контроле, так что это уже третья карта будет. Шард, когда он шард взял, это было просто шикарно. Один шардик взял, представляешь, насколько... Да, все, хочу удержать, да. Это... Насколько здесь быстро некий... подумал. А вот вышел пулеметом, добью бы его. Мало пулемета, кстати, здесь. Вот зря. Опа! Хэвик, хэвик, хэвик! О, хэвик нет. Лайтик. Короче, там был момент, Бурик, когда... Но Ева внизу был на дипе на лайтике, и он не мог выйти из-за угла, не держал внизу. Но когда он съел шарик, он ее держал. Бимбаму он выиграл с синема на этой карте. Видишь, у Макса такая же проблема у некоторых игроков, ну, может, у меня тоже сейчас. Когда сверху чувак падает, а тебе... Ты, и ждет, когда он приземлится уже на землю. Не смотрит, когда он летит. Да, так что орленок вот там будет упасть на рокете, мог дать ему ракету в воздух. Ох. А он ждал. А это чревато, надо стараться сюда воздух стрелять, ракеты, чтобы воздухе зацепить. Ну, Крисмас больше машинкой работает, когда на добивание. Заметили? На дамаг нет. Да, конечно. А только на добивание. А орленок и на дамаг. Вам уже 150 раз рассказывали, как это делается. Ну, вот массу лучше бы сейчас уйти куда-нибудь подальше от него, да и все. О, Бурик понял, что такое шарт. 20 шард, беги, да беги. Нет, веревки нет, веревки нет. Вот теперь есть веревка, чтобы это да. Там ну, сейчас уже на... Нет, убегай! Спешал рису. Это третья. Третья карта! Ура! Тос еще здесь. А сейчас будет самая интересная карта. Вот по этой карте я помню игру Тоса с Фениксом почему-то. Вот из всех игр на этой карте Тос с Фениксом у меня всплывает. Это М6? Да. Ой, то Феникс они... Ханза тоже сыграл в дивизионах классно на этой карте. Ну, из тех, что я видела. И с Эраконом сыграл хорошо. На Мимикрии Эракон была хорошая карта, если бы Мимикрии... Это было год назад, пишет Тос. Нет, когда? Не меньше, чем год назад. Меньше, это зимой. Это было примерно месяца 8 назад. Это ноябрь, декабрь был. И в январе мы закончили. Кстати, мы турниры за 2 месяца закончили. Плюс-минус. Ну, так это ж была сетка чисто. Группа и сетка. Да, но тоже долго. Так, что у нас третья карта какая, кстати? Третья? Руины? Руины будет третья? Да. Я думаю, будет за Крисмасом. Если Орленок сыграет сегодня так, как он вчера с Васей сыграл эту карту. Орленок, кстати, и пикнул руины. Он и вчера пикнул руины, и он проиграл Васе эту карту. Причем... Гордимся тобой, Бурик. Кто? Анарки. Блин. А вчера он против Галены играл. И кем он играл? Вайзером, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, да, он зря, сказать. Зря против Крисмаса он пикнул эту карту. У него очень сильный вейл. Почему он вейл? А, ему Крисмас забанил вейл, да? Да, да. Кто забанил вейл? Крисмас забанил вейл. Угу. У него сильный вейл, у Орленка. Нет, он вчера очень Поехали. Сильно сейчас, сыграл вейл. Сейчас минутку я подойду. Шикарно, он все лайтики подбирал. Прям хорошо сыграл. Лучше, чем руины, так скажем. Господи, осколки. Осколки это шард. Бурик. Видишь? Да там потому что робот был. Да не знаю. А что у него с распрыжкой плоховато, что ли? С другими персонажами. У него робот прям основной. Основной, основной. Там совпадает? Пики с чем? Рейнджер Анархи, да, все.
Фокус, какие прогнозы по героям? Фокус на перекуре. Не изменяет себе. Карта закончилась, фокус пошел на перекур. И как там говорит? И не волнует, да? Да. Вот опять, у меня вопрос, почему? Почему, когда респается в начале, в самой карте анарки, он не применяет обилку, если он не на миге? Почему он сразу не применяет? Она же... На бой ее оставляют. То есть, чтобы было больше, да? Ну, то есть, ты юзаешь обилку во время файта, но тебе обилка же дает. Ну, ты же теряешь время в файте. Ну, там, получается, разница будет в 1 хп. А в файте это может тебе зарешать. Потому что не это первый раз я вижу, и мне прям странно. Я всегда сразу. На самом деле, обилку по КД юзать, ну, для миги это неправильно. Обилку нужно на файт оставлять. Вот он ее сейчас не будет юзать тоже. Мигу забираем. У Орленка основные тонкие персонажи. То есть не средние, а прям тонкие. У Мэнса сильная эта карта. Ну, потому что у него пирс быстрый, быстро передвигается. Поэтому Орленку надо все слушать. Тем более вот этого генератор. Дегенератора? Дизель-генератор. А может он на керосине? А знаете, какая интересная была бы игра, если после матча на клочах Мэнс против Орленка? Да, сейчас ему надо успокоиться. Мэнсу? Ничего не получается, он даже... В двух шагах не слышит, где так, он. Так, ну тут уже кривее прям с первой минуты. Если это билка, ускорение. И отходим, давайте. Вот, рельсу взял. Все, слушай его, блядь, и стреляй, стреляй. Расстрелы делать. Не попадает рельсу. Зря выходит, кстати. Ребенок должен наказать эту ошибку, но... не получилось. Крисмас по таймингу забирает мигу, но тут похоже все считают. Ой-ой-ой, неправильное оружие. А, хороший Орленок. Теперь надо хэвик посмотреть. На хэвике уже анарки. Крисмас, кстати, со стартовой шогой. Ну видите, как он нервничает, это вообще. Ну, он часто играет так вот. Как даже сказать? Очень эмоционально. Это обычная проблема фейкера. Орленок должен понимать, он забрал оба итема, и нужно подраться. Он подрался, все. Теперь нужно броню восстановить каким-нибудь латиком. Ой, у меня подгружался адоб. Вот того латика нет. Я думаю, что подвисает квака. Надо было забирать латик, который наверху. Возле шоги. Есть Rocket Jump. А он... А нет, сейчас он... Ой, фулл киллер! А за кем мы следим? Ну, это Орленка смотрит. Блин! Простите, ребята. Вот так, один раз не сказали, все забыла. Пардон. Юля, киллера включи. Бурик, давай после этой карты. Я включу киллера и пойдем. Ждет мигу. Ой, не мигу, а хэвик. Если время будет у меня. Нужно забрать шафтик и попробовать напасть. Орленку все равно стек получше. Есть эсфера, все, ну прям весь плацдарм. Латик зачекает тот, который справа был. Мурчик звучит. Надо взять шафтик, лайтик и пойти бить этого мальчика. Ты звучишь как мама. И шапку надень. Ну шапку надень. Ох, не попал. Да, тяжело попасть, конечно. Ну и все, этот Крисмас просто налетел с каким-то, кстати, ну... Что-то типа как лаз сейчас произошло. Задорчился, влетел с ракетами. Ох, какой рокет джамп красивый.
Да. Ему что крепко сохраняется за крестносом, попадает. Сейчас все можно пилку вязать и вообще к ним попадешь. Просто и будет как отмансил, вы видели? Вперед, назад, лево-право. Ну, по статусу положено. Ну вот, с такого расстояния было бы эффективнее спутить минута. Оо! У тебя же там фоф миллиардный еще, ну конечно. У меня 120. Офигенно. Кстати, сегодня заходила на стрим Purple Fish. У него фов 120 тоже. Я удивилась. Шарф не, за... Шарф не забыть. Шарф не забыть. Бурик, ты, надеюсь, в шапке сидишь? Как друг Мурчика, ты должен ее не снимать. Ох, хорош. Сфера неплохая, сейчас вот... Ой, поднялся наверх, а Крисмус просто такой, просто карманную стремянку поставил. Эвик с Лёнком. Машинка плохо стреляет. Там и Крисмус тяжело попасть. Что не делать там в шапке? А что, в Москве холодно? Бурик, ты что, опять под шапкой? Под шапкой. Всё. Это очень красиво было. Ну, Крисмас сейчас в своем стиле играет. Такое динамично. Как там фов считать надо? А, кстати, у Виви тоже сейчас фов 100... 125, по-моему, у нее. Уа! Хотя бы раз задать людей, что они могут быть... Обилка же! Обилка же! Нифига себе! Это было сильно и рискованно. Все, там у тебя я... Все, иди сюда! Собака, говорит орленок. Сейчас минус Юля, будет. Юля, когда так же будешь... Сейчас минус залет, и все нормально будет у нее. Когда так же летать буду? Да. Не знаю. Блин, сколько... Еще 18 лет осталось. Безопасен. Я буду как-то бабулька-стримерша, как ее, Ольга или как ее зовут? Во что она даже играет? Counter-Strike, что ли? Сейчас надо нападать. Кому? Киберкотлетный фов. Орленку? Орленку, да. Времени нету. Да, Крисмус сейчас может просто 2 минуты по карте. Не, Крисмус будет бегать. И не отдаваться. Вот сейчас шанс убить для Орленка. А Сфер уже потратил, о, самоубийство. Сократил преимущество, но не сделал так, чтобы мы смотрели за Орленка, будем дальше за Крисмусом. Так, Синема, значит, себе уже изменил сенсу. По-моему, у тебя же сенса была там шикарная. А сейчас он еще фов изменил. Так, Крисмас балуется сейчас. Вот что я вижу. Ну, Синема очень большая сенса. Он ее снизил. Все равно. Ну, значит, просто большая. Звучит. Все. Ой, хорошо дает рилгана. Что это? Что происходит? Топ-дивизион резко стал мидл? Что это вообще ТДМ-ка? У меня ощущение было ТДМ-ки сейчас, не было? Это какие-то уже кеки пошли. Сейчас можно аптечку, обилку и все. Ну все, это ГГ. А вот сейчас, вот, вот сейчас вот, да. Нет, не будет. Да. Как хочешь, блин. О, отомстил. Какой кстати, злопамятный. А есть те, которые не пилят? Или только я? А, ну, Кать, у меня тоже 120. Привыкнешь. Catch.
Ну смотрите, и у Орленка уже клатч хороший. Сколько клатчей собирается игроков? ГГ. Плохая, плохая карта для Орленка. Не, возможно. Ну, он не слушал. Вот это первое его упущение. Тем более анархи слушать, это обязательно надо. Ну что, ребята, ГГ? Да, ГГ. Молодцы. Весело было. Да, очень уверенно Орленок взял первый, прям безошибочно. Но дальше много не пошло. Много косяков у меня вообще. Да, ты прям вот вы оба нервничали, оно видно было. На первых прямо, двух картах. Орленок на ДМ-6 прямо дал инициативу. У тебя все хорошо было, потом это самоубийство до 1-0. И потом ты на этом на мосту ты ворвался голенький 125-0. Ракеты в этом постреляли. Крисмас понял, что на тебе только нижнее белье, Макс ворвался в тебя, убил 1-1. И пошел потом конвейер просто. То есть, там все представили, как Орленок голенький ворвался на мосту на ДМ-6. Где ж ты перья свои оставила? В каком гнезде? Пощипали. Очень-очень хорошо у тебя клатч. И прям интересно было бы увидеть на какой-то сильной карте вашей общей на клатчах. Было бы зрелищно, думаю. Там в моменте, где ты дэшнулся, короче, внизу на лайтике, на Exile, на этом, на регистре. Да, я там чуть не грохнулся там. Так ты дэшнулся, еще в раз в воздухе дэшнулся, я смотрю, типа, а что, так можно было? Ты, типа, два дэш... Там грамотно щит постоянно в тему был, по-моему. Или ты коснулся текстуры, да, что еще раз дэшнулся? Ну, я не помню, честно, но как-то там выкрутил в портал каким-то. Ну, так ты в воздухе еще раз дэшнулся, такой, типа, что это такое сейчас было? Два дэша использовал. Он очень жить хотел, Мурчик. Помните эту Никсу, которая из пропасти выбралась. Коконат еще в чате. Он был в чате, да. Коконат, это Коконат Аникса была? Да, конечно, это легендарный мув вообще. Это первый, она цеплялась просто когтями и на ногах, и на руках. Возможно, вы это увидели первый и последний раз. Но вот, кстати, эти дэши то же самое было плюс-минус. На том же месте. А что, никто не проверял больше на Никсе? Да, как там? Да, у кого что? Нервная система крепкая. Только у Коконата. В итоге, Орленка, у нас 12 игр. 3 победы Крисмаса, у нас 10, 11 игр, 8 побед. Орленку осталось сыграть одну игру, и он все? Да. Сейчас перловки напишем. Сейчас перловки. Ужасно. Надо тебе, Орленок, разбирать еще руины. Ну, карта не моя, не пошло, да, и так уже неинтересно. У тебя Вейл сильный. Ну вот, если сравнивать руины и Вейл... Так Вейл в бане был, ты же что-то. Да, ну. Подожди, Орленок, а не ты пикнул разве Вейл? Ой, тут руины. Нет. Руины, да. А, руины ты пикнул. Не, подожди, ты пикнул руины? Орленок, да. Ты решил? Флэш, Вайзер. Потренировать, да? Да нет, я не нравится эта карта, играй. Тайфун пишет, места есть у нас? Напиши, на второй сезон записывайся. Под завязку. А будут игры еще, да, должны быть сейчас Орленок с перловкой. Отлично, я отдыхаю пока, да. Да. Тайфун сейчас. Скажешь Тайфуну, чтоб на второй привет. Сезон? Спасибо. Ой, Шкалик. Будут игры, Шкалик, еще. Привет. Если до перловки сейчас допишутся, то тогда будут играть Орленок и сержант Перловка. У Орленка будет последняя игра в этом дивизионе. И слава богу. Наконец-то. Крисмас, победой тебя. Спасибо. Вот ты перенервничал. Капец. Особенно на первой карте. Надо же камбэкать куда-то эти игры. Ну я тебе хочу сказать, с хоупом ничего. Ты играл посильнее. А на я руинах что? Под конец вообще-то ДМ-ка какая-то началась. Все хуже. Что? А, на руинах? Да. Да. Так, тебе Крисмас постался, получается, Феникс и Скаржик, правильно? Правильно. Всё. Короче, мы делаем так. Ловим Скаржика и в один день прогоняем с ним все игры. Он так и говорил просто, выдержит ли это? Просто у него десерта мимикрия будет. Проблема индейцев в вожде не касаются, знаешь? Да, да. Отлично. Ну давайте. Давайте. До встречи. До встречи. Глянь в дис. А, Шкалик. Так, а нам в дис, Кать?
Все, отключаю стрим.